продаже в наличии в Москве GLE 350 дизель 2019 года. Автомобиль с пробегом почти 31 тысячу километров, то есть достаточно маленький пробег для 2019 года европейской машины. 272 лошадиных сил, 6,9 секунды до сотни. То есть вполне хорошая динамика для дизеля, и, естественно, все это будет в пределах 10 литров иметь расход. То есть экономично на уровне плюс-минус того же X5-30D. Так что, как вариант, если вдруг кто-то больше симпатизирует Мерседеса, можете присмотреться к этой машине. Здесь прекрасно видно, что у него не просто AMG-обвес, а именно под 63-й сделан передний бампер, задний бампер, выхлоп, смотрится очень симпатично. Все это в серебристом цвете с черным салоном, на пневмоподвеске, ну и там вполне неплохой набор опций, по крайней мере для этой цены, для такого пробега уж точно. Подробнее информацию по этой машине можете найти в моем телеграм-аккаунте asatur.price, там вся информация имеется. Ну и на всякий случай напоминаю про потенциальное, скорее всего, 99% подорожание, начиная с октября, потому что будет поднят утильсбор. По крайней мере, об этом очень много говорят, и, скорее всего, это так и произойдет. Так что рекомендую поспешить, если вдруг утиль действительно поднимут, до момента его повышения, в 20-х, я думаю, что числа сентября, большинство продавцов автомобилей, которые сейчас в наличии в Москве, будут списывать на них коммерческий утиль, чтобы просто не попасть на еще большие цифры. Ну и в таком случае цена так или иначе вырастет. Сейчас пока есть возможность купить дешевле. Что здесь имеем? Ну, помимо серебристого цвета, понятное дело, что адаптивные фары Mercedes-Benz светодиодные, мультибим, LED, вот у нас подпись. Серебристая решетка радиатора с вертикальными ламелями, красивая, ну и, собственно, с надписью AMG, плюс здесь уже установлена защитная сетка от камней для радиатора. В значке Mercedes спрятан радар активного круиз-контроля, ниже расположена заглушка, камеры, к сожалению, нет, а значит, камера здесь, ну, проверим еще, но, скорее всего, только задняя. По капоту, кстати, ну, у меня лично есть предположение, что может быть косметический окрас, вероятно, дилером в Германии, потому что для 33 тысяч, ну, совсем нет каких-либо сколов, а, как правило, при таком пробеге сколы уже появляются. Будет еще отдельный ролик с замером толщины лакокрасочного, где мы посмотрим, что, как, какие цифры, но так или иначе полагаться только на цифры бессмысленно, потому что могут покрасить и под толщиномер очень аккуратно. Так что здесь в любом случае я рекомендую вызвать эксперта, чтобы просто убедиться, даже если капот крашен косметически дилером, что все в порядке в плане остальных элементов, в плане целостности подкапотного и так далее. Идем дальше. Колеса в AMG стиле, черные с серебристым кантом. Размерность 285-40-22 дюйма. Толстая резина, как любит делать Mercedes, ну, по крайней мере, у BMW 22 на меньшем профиле. Тормозные механизмы с черными суппортами. Кстати, окраска матовая у самих дисков. Пороги подножки удобные для высадки и посадки, хотя тоже спорный момент. Кому-то они удобны, как правило, для низкорослых водителя-пассажира, кому-то, наоборот, они мешаются. И мало кто бывает ими пользуется, высокий водитель, к примеру. Он вроде и пользоваться ему некомфортно, и не пользоваться некомфортно. Вот не было бы порогов, было бы проще садиться. Я считаю, что если все-таки рассматривать как семейный автомобиль, а, как правило, семейный, имеется в виду, что есть дети, детям однозначно с пороговыми подножками будет комфортнее садиться в машину. Окантовка окон серебро, рейлинг на крыше также сатинированный алюминий. Оптика задняя, ну, здесь все стандартно. И, собственно, задний бампер в AMG стиле. Патрубки выхлопной системы 4 штуки, но, конечно же, это фейк, потому что труба, она вот на дизельный манер смотрит вниз. Тем не менее, смотрится вполне симпатично. Понятное дело, что это все-таки некая натяжка для дизельного автомобиля. Дело не дело, даже если вывести настоящие трубы, от этого, кроме глобального визуала, ничего не поменяется. По интерьеру. Доводчики есть. Верх дверей, верх торпеда. Просто податливый мягкий пластик. Отделка интерьера кожа. Натуральная, вот здесь она такая крупная, чаистая, по центру чуть меньше зернистость, перфорация, вентиляция, неплохая боковая поддержка и подголовники регулируемые вот так вот по вылету. Рулевая колонка регулируется механически, но не то чтобы это было сильно критично, учитывая, что сейчас Cayenne продают под 20 миллионов с механической регулировкой. Регулировка кресел вперед-назад, по высоте, по наклону подушки, по вылету подушки, то есть длина подушки также настраивается, наклон спинки, понятно, и подголовник по высоте также можно отрегулировать.
Обогрев, вентиляция, аудиосистема Бурмистр – это промежуточный вариант. То есть бывает вообще базовая аудиосистема, потом промежуточный Бурмистр и топовый 3D, там где добавляются еще, по-моему, потолочные динамики. Подсветки всевозможные, настраивающиеся через меню автомобиля. Кстати, вот еще поясничная поддержка тоже регулируется. Рулевое колесо стандартного образца с сенсорными панелями, позволяющими управлять и экраном основным. Так, где у нас пробег? Вот он, 30886. Ну и мультимедиа-экраном. То есть, не снимая руки с рулевого колеса, можно управлять и мультимедиа-системой. Подрулевые лепестки. Минус плюс. Проекционного дисплея, к сожалению, нет. Хотя в Мерсах это, наверное, не такая частая опция, как BMW. Отделка интерьера шлифованный алюминий. Вот он такой идет. Стесанный металл. В целом смотрится неплохо. Ну и контурная подсветка также проходит по низу торпеды. Ниже управление климатической установкой. Вот, при регулировке красиво. Вот так вот меняется это все. Да, симпатично смотрится. Центральный тоннель черный, рельный лак. Конечно, есть какие-то ссадины, царапины, потому что это далеко не самый практичный материал, к сожалению. Здесь подстаканники. Вот они. И слот, но это, я так понимаю, не беспроводная зарядка, а просто отсек там, для телефона, для ключей, чего-либо еще. Сенсорная панель, левее от нее переключение режимов движения, активация камер, активация настроек автомобиля, управление громкостью аудиосистемы, навигация, радио, телефон. Это просто у нас подставка для руки, и за ней находится вот одна из, наверное, важных, главных клавиш в GLE, это управление пневмоподвеской. То есть, когда нет этого рычажка, здесь будет просто такой отсек, кармашек пластиковый, и сразу понятно, что машина по комплектации уступает. Но тут она, к счастью, есть. Потолок. Светлая серая ткань. Есть у нас панорамная крыша. Здоровая. Вот за голову задних пассажиров она заходит. Действительно большая панорама. Ну и, собственно, задний ряд. То есть тут все, опять же, стандартное. Бурмистр, подсветки, кармашки в дверях. Диван задний с креплениями Isofix на два детских кресла и с такими явной формовкой под двух пассажиров, то есть третий тут, ну, наверное, лишний. То же самое X5, третье место предлагает шире, и втроем сзади сидеть будет комфортнее, чем в GLE с точки зрения ширины, но зато здесь выигрыш в запасе для ног. И по факту запас в ногах ближе к X7 и к GLS, нежели к X5. X5 по колесной базе и по простору ближе к GLE купе, потому что у купе колесная база меньше, чем у обычного GLE. Сеточки, кармашки на спинках, дефлекторы климатической установки, но какой-либо третьей, четвертой зоны тут не предлагается. Есть только пепельница и из удобств, пожалуй, разве что центральный подлокотник плюс потолочные светильники. Все. Багажник, конечно, с электроприводом. Слева сетка кармашек, подсветка. Справа крючок для пакетов, 12-вольтовая розетка и клавиша, позволяющая опустить пневмоподвеску для более комфортной погрузки чего-либо в багажный отсек. Шторка прикрывает багажник, плюс есть сетка до потолка для того, чтобы можно было грузить, собственно, под потолок что-либо, и оно не полетело в случае резкого торможения вперед. В подполье ниша без докатки, но здесь зато есть знак аварийной остановки и буксировочная проушина. Какого-либо другого инструментария не предлагается. Под капотом рядный 3-литровый 6-цилиндровый двигатель. Проверяем на всякий случай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 рисочек в ряд, соответственно, подтверждение того, что это рядная шестерка. По крайней мере, так автопроизводители многие обозначают устройство конструкции двигателя. Передняя часть. Карбон, возможно, для снижения веса, надеюсь, по крайней мере. Шумоизоляция, ну и газовые упоры, собственно. В остальном все достаточно стандартно. 272 лошадиных силы, напоминаю. 6,9 секунды разгон до сотни. Вот такой вот хороший, вполне хороший GLE на пневме, симпатичный. В AMG-обвесе, под настоящую AMG-63, в наличии в Москве в продаже по достаточно адекватной цене. Кого заинтересовало, в описании будет, собственно, вся информация. И в телеграм-аккаунте asatur.price также можете ее найти.